Итак, всем привет, и сегодня у нас с вами рисовательное видео. Не знаю, почему рисовательное, хотя на самом деле знаю. Это, в общем, что-то типа просто досуга. А еще немного рекламы Boosty и прочего. Итак, в общем, начнем с самой рекламы. У меня есть Boosty и ВК, и на ВК, и на Boosty вы можете заказать всякие арты. В общем, сейчас я делаю линейку артов по Carnivorous Legacy. Я рисую каждое существо из этого мода. Хотя, знаете, я думаю, я не буду рисовать абсолютно каждое животное, потому что, ну, это странно. Я нарисую только охотничьих, эмбиент животных. Типа там стерокозавра, лелопса и прочего. И, кстати, у меня уже готова пара артов. Это Орнитомимим, лелопс и... Траходон, да, обожаю его название. В общем, все эти арты можно найти в группе ВК, на которую ссылка в описании. Да, как я и говорил, там тоже можно заказать арты. Какие вам нужно, любые связанные с вымершими существами, не с современными и не с людьми. Ну а сейчас, кстати, вы наблюдаете... лайн моего стерокозавра, где я просто ввожу скрин из редактора, потому что чё мне долго с этим возиться, мне это для видео надо по-быстрому сделать. Ну и, в общем, по поводу арта это все, что можно сказать. Про всякие Boosty и ВК я опять сказал, да. И опять же, там можно заказать всякие арты и прочее. Ну и еще на Boosty можно заказать любой мод по хищникам на прохождение. Цена этому 1000 рублей. Да, это много, я знаю, но... кому сейчас легко, как мне говорят некоторые взрослые, да и, скорее всего, вам тоже. А теперь, пропустив детализацию, я перехожу к покрасу. Быстренько заливаю этого парня, ну и далее по накатанной делаю цвета, градиенты и прочее. Очень сложно, кстати, повторять цвета динозавров из хищников в арты. Там как-то очень интересно подходит к созданию цветов. Ну и что ж, на этом я заканчиваю болтовню, вы досматриваете видео, как я рисую, и все ссылки, если что, в описании, как я и говорил, и всем до встречи в следующем видео.